Школа нового формата на этапе завершения. Сейчас активно ведутся отделочные работы. 1 сентября дети, проживающие в Крутых Ключах, уже придут на занятия. В микрорайоне много молодых семей, поэтому в школе будет 16 первых классов. Сегодня у образовательного учреждения появилась хозяйка и сразу в бой решать насущные задачи. Первое, конечно, на этапе стройки – это сделать школу одной из лучших в плане даже вот оснащения, оборудования и так далее. Второе – это набрать квалифицированных педагогов. И третье, конечно, это сформировать классы. На сегодняшний день у нас 400 первоклассников подали заявление. Школа рассчитана на 1360 учеников, которые будут учиться в нескольких блоках. На 6000 квадратных метров расположены учебные помещения, 2 спортзала, 2 гимнастических, 25-метровый бассейн, столовая и актовый зал. Одно из самых необходимых мест в любой школе – это, конечно, актовый зал. Сейчас, и не скажешь, но уже в скором времени, огромное помещение 17 на 30 сможет принять 400 детей, которые смогут посмотреть не только школьный концерт, но и кино. Для этого строители предусмотрели специальную кинобудку. Все строительные материалы, которые используют на площадке, отвечают требованиям безопасности. В первую очередь пожарный. Дети – особая категория и контроль усиленный. Даже если случится пожар, ученики не пострадают, уверяют строители. Есть, понимаете, ГОСТ, который сейчас требует, да, особое отношение, я говорю, к пожаростойкости. У нас применены кабель, который не горючий. Да, у нас все материалы используются, я имею в виду про отделку, да, они все не горючие. У них определенный класс пожаростойкости. Общая площадь школьной территории почти 29 тысяч квадратных метров. Кроме самого здания школы, на участке разместятся учебно-опытные зоны, мини-футбольное поле, зеленые насаждения и парковка. Школа будет оборудована пандусами, подъемником и лифтом для детей с ограниченными возможностями, а также открытой спортивной площадкой для сдачи норм ГТО. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.